Здорово. Легко ли это быть мотоциклистом? Ну, собираешься такой на природу, с друзьями, грузишь мотоцикл. И потом думаешь, блин, на машине-то было удобнее. Можно было взять с собой чуть больше вещей, но приходится брать только необходимое. Палатку, спальники, что-то там переодеться, типа кеды, потому что в мотоботах, естественно, ты не будешь ходить. Ну и ты аккуратненько чалишь на природу. Ну, потом ты такой едешь, такой думаешь, блин, как красиво, наслаждаешься красотой природы, наслаждаешься травкой, солнышком, морем, ну или озером, если это не Минское море. Расслабляешь булки, думаешь, как же красиво, черт побери. Что? Ну да, я сейчас хоть что-нибудь там деревья какой. Да, нормально сейчас. Я ее обоссал. Ты бы, может, закопил, поспрятал бы его. Потом подъезжаешь такой, уже на расслабленных булках, совершенно такой спокойный. Я дас из натюрлих. И бах! Что? Закатил бум. Бля, сука. Тихо. Под ножку ушла. Тихо. В ту сторону не надо. Куда ты думаешь, нихуя с этого валилась? Он весит. Да знаешь, что по всему дохуя, блядь. Блядь, я чуть не схватил за зеркало. Не надо. Я вовремя отпустил его. Мягенько. Я просто подножку назад она ушла. Я подумал, она провалилась под землю. Блин. Не. Ой, здравствуйте. Страшно? Ну, блядь, знаешь, когда ты падаешь. Да, знаю. Это эпично все делаешь. Ты же падаешь. Блин. Ну, я надеюсь, это... Последний раз. Не угадал. Расслаблять булки никогда нельзя. Именно потому, что ты мотоциклист, булки никогда нельзя расслаблять. Поэтому мотоциклистам быть очень плохо. Не рекомендую, потому что надо всегда, чтобы были булки сжаты. Ты всегда был внимательным и в здравом уме.